Да, будешь с Андреем Бля, ну я танчить. тогда бы комбо ребутнул по-быстрому. Ну, эти ребуты. Просто больше некого спекнуть. А, подожди, стой, нет, есть. В Акате, Женя, прыгай в танк. Все, нарастывайся, нормально. Так, теперь будем епошить шмотки, которые выпали. Что, квест на кого? Ты можешь Атрибуты епа... полностью посмотреть, что с пингом. Блин, ну можно они все сразу что? По очереди. Саша, я говорю, Что комп Андрюха тебе запущу, говорил? посмотрю, что с пингом будет, если что, займи. Хорошо. Хорошо, Саня, это тебе тоже Биба спокойствие кому-то. перезапущу. Надо? Не надо, нет. Саня, слышал? Руки. Да, руки. Сейчас, 2 минуты я перезапускаю его. Добрый день. Мейсон 10, Фокси, надо это в эти руки. 10 раз, 10, 2, 10, 3. Кинешь обмен, Майс. Квест берите, но никто внутрь не заходите. Бегу на минутку буквально. Тяните, Йо. Локи. Эмма бой. Смотрите на лестницу, не зайдите. Плащик. Барменталь 10 раз. А это Десять ноут? два. Нет. 10-3. Кидай обмен. А, Сацуны. 10 раз. Ой, двое. Короче, ебешьте. Танки есть, алло? Только в Акате. Не вайпанитесь. Я сказал, типа, если епешат трэш, ну типа. Напуливайте на епешат, ну, Вакате. типа, лут, я буду снимать сидеть. Напуливайте на Вакате. После этого спекнется он, хай спекнется. 1200 барменталь. Раз. Два. Кто там ассисты есть? Три. Да, Андрей, иди танчи, я поснимаю сам. Да, ты, я, в принципе, не так Просто важно. убейте одного какого-то вот высокого. Сейчас с него эта хуйня спадет, зерганите его. Он череп поставит. Так. Паша, может, надо грудак этот? Пока не грудак, не буду ебашить. Воин, охотник, шаман. Ну, я не знаю, как с трелей поступать, потому что он отдал, типа, токен, потому что он за 2,5 был, а сейчас за 10 хочет забрать. Наверное, ИПшите. Не, ну Вы пусть заберет за наравне 2,5, потом забирает. с ним. Ну, это будет справедливо, да. Веди дальше, мобов. Да хуя идет. Хоть шаклы покидаем. Блять. Поставил череп. Поставил череп. Играйте по черепу. Дикей, вставай, сам беги. Маги, примораживайте. Кто упал? Сами бегите. Лёха, хорошо. Не замену, так не замену потом. Уфолок, прожми. Что-то дохуя там. Сейчас череп по тактику поставил, по тактику играть. Короче, скиви 100 раз за токен, 102. Ну я первейство написал. Вот. А, ну да, окей. Полинор 100 раз. Кто-то больше ставит. 102, 103. Кинешь обмен ко мне. Я сниму, Андрей. И такой же второй токен. Фолга посильнее хильте.
Стреля 200. Так он за 2500 забирает. Я уже... Пиздец, там дамаг. Стреля 200. Раз. На мне висит, блядь, столько дебафов, что не знаю, нахуй. Табличку два. Не знаю, типа. 2. Игнор 200. 50. Сейчас уже 2 висит, а бы висело 6. Да ебаный рот, нахуй. Стреля 300 раз, по черепу играйте. Триста раз, 302, 303. Станьте мобов там, дизарм им давать, чтобы проще было. Скинешь обмен стреля. И барменталь еще тоже обмен кинешь. Да, своей шмотки. Я скажу честно, типа, я не знаю, я вот смотрю сейчас, весь рейд, короче, лутали, блядь, и слизняки, ну, типа, слизней ебаны, и колбы, блядь, ну, типа, то бишь, всему рейду по минус 250 ебашит, или чё, нахуй? Не зайди на лестницу, не зайди на лестницу, Женя. Есть еще трэш? Веди, веди. Ну смотри, Джанг, смотрю тебя, ты тоже он лутаешь. Взрыв с людьми, нахуй, типа, 27 тысяч. Зашаклил командира, нахуй. Наконец-то. Играйте по черепу. Маг можешь примораживать, если тоже в ухости. Я только смотрю один трай, который мы убили, блядь. По тактику играйте. Я, бля, буду, короче, только вот один у полых не утонул, потому что, наверное, сидел лобами, блядь. А пельмени что, все, что ли? Ну все лутанули, просто все, ну. Я ни разу пельмени утонул, урон от пельмени. Ну да, пельмень нет. Взрыв слизняка это пельмень? Нет. Нет. Пельмень вязкая гадость. Это зеленый. Ну тогда значит заебался. Я думал, взрыв слизняка, вот честно, что это, короче. Не-не, вязкая гадость, пельмень. Так, ладно. Давайте потом. Разберемся с этим. Кидайте обмен за флажками. Трэш остался там еще. Мобов я нету, понял. Все. Ну, кого? Типа. Кидайте мы обмен потом, за потом, и, короче, мы так и никому не станем, типа, блядь. Потом, потом. Ну вот сейчас трэш. Убьем босса, чтобы быстрее было. А то будем трэш бить. Вот и... пока трэш был, я сегодня сидел, пытался разобраться. Ну, ну так он же закончился, пошли бить босса. Ты ж сам за это топил. X7 не мне обмен за флаской, я, меня только СПДшный. СПДшные фласки определенно и, по-моему, Void, да? Угу. Так, сразу все набираете. Набираете ранжу. Набираете ранжу. Рибаф фул дайте уже здесь. Три босса стоит. Валанар, Талдорам и Килисет. По Килисету играете. Килисета будет держать в Акате. Без АОЕ играете по килисету. Когда колдорам кастует сотрясающий вихрь, все набираете ранжу 10 метров.
На сферках будут все локи и хант. Сферки это просто подбивать сферки. Так. Такие будут светлые падать сверху вниз. Я думаю, локи знают. Хант тоже увидишь. Мы просто идем и сразу босса пуляем. Все квест возьмите. Сразу. Все, побежали. Мы с Сацуны словили колбу. И Петя. Я вообще не понял, как я ее болтал. Я, короче, отбежал на РНЖ, все нормально, стою. Кто-то ее взорвал, и мне прилетел урон. А вот кто взорвал, я так и не понял. Готхелп пельмени по КД. Поставил печеньку, печенька, сотрясающий вихрь, смотрите аккуратно. И поставил сейчас ромбик, он потом снимется. По вот этому играйте только через... Только точно, без АУЕ. Кто не может бить без АУЕ, не бьет его. На пулы в уфолога печеньку. Держите рейнджера, дальше. Разбежались. Женька, прохильте. Вот такие светлые сферки падают сверху. Хант, подбивай их, если не знаешь. Стрясающий вихрь, разбежались. Погнали. Играйте по Талдраму, Геру дайте. Геру. Не то. Наёми, прохильте. Так, Кусяо Иннер по, по стреле, Маша Иннер по килисету без АУЕ. И на пулы в Акате сейчас можете отдавать. Сверка падает над килисетом. Не круто, Сагром. Я слежу за своим огромным. Нет, сферки. Вы гоните? Играйте по... Я в ДЦ сферку бью жезлом, блять. Будете бить сферы? Разбежались. Локи. Хан. У меня килисет сорвал. Килисета стаунти, нет. Этот, в Акате. Килисет, что такое? Да, нормально держу. Все, стаунтили. Нет, теперь я не бил больше килисета. Я не знаю, что он у меня сорвался. Да, в Акате на третьем месте поломано. А ты на первом. Чего? Блять. Смотри, третий... Блять, сверки будете бить или нет? Это пиздец, ребята, нахуй. Моя королева. Они идут. Повезло, что хп это мало осколков. У вас было. Осколков в этом сколько? Ну, я мне попал бы в 7 минус, кто там не бил по сферкам, было назначено. Вот, с три лока должны были играть по сферкам. И мне минус дай тогда, если я сорвал. Покал, сколько у тебя уже? 11. Быстро. А сколько надо, 50 или 30? 50.
Ну, оставляем в магазине. Все, ладно, пошли. Ну, сейчас у вас коголков уже насыпало больше, чем я на их стрелу упал. За фулкара. Ну, будет, найди его и дай минуса. Кто не бил по сферам, кто был. По сколько? Стрелок и хан. Минус 250 всем. Пошли все. Сиш, ФДК, предлагай быть моим саппортом. Ебать, а что тебе менеджер знает? И мужик их покидали, ведь это не ко мне. Нет, я их тоже кидал. Ну я шо кинул. Я видел. Куда-то. Грудь, Паша, надо тебе? А чем ты? Рунмейт который. Арго. Хороший, кстати. Хороший рудачок при камне. Ты забрал вуд или нет? Я тебе вот нет. А, осколок забрал. Не, не я да. Тебе ж. Групп лут стоял, вы чё? Чё? Я понял. Тогда грудь сейчас еще раз кину, поипашим. Я скажу, так, пошли. Вам Саша начал бить, блядь, ебаные сферы. Мы почти вайпнули, сферы не падают, подбивал ДЦ нахуй. Соответственно, не, это называется слаг нахуй. Я не знаю, почему так нахуй, ну почему нельзя было побить. Может есть у кого-то дамаг, типа кто бил там, кто нет. Вот оно в поглощение уходит или в невосприимчивость, но может какой-то аддон пишет, скада может какая. Мейсон. Мейсон дальше на 100 увеличивается. Я скажу о себе. Я выделил нефть, а он играл в босса, только потом, когда сказал Войшу, что он бьет в ДС в сверке, он начал бить сверки. В танце уже все. Какая нефть? Я тебе не скажу, Женек, что мы роли. Да гудак танковский, тебе нужен. Ты ник не так сказал или что? Какую нефть ты выделил? Как он там придумает, ему будет, что ты... F5, ты короче, неважно, F5, блядь, вот, все. Вы просто... Погоди, блядь, не перебивай. Смотри, короче, вы на ходу... Дух отвалился, но он имел в виду, на ходу могли среагировать. Падает сетка, переключились, въебали ее. В чем проблема, РДД? Ну, на Йоми било, вот я бы даже плюс дал, ну, типа, это как хотите. Она била, а у вас, ну, ДПС. Все, заносите все, пожалуйста, уже, блядь, башка от вас всех болит, заебали. Каждый кто-то ноет, блядь. Короче, вам сказали бить Вокинг? Сказали, вы не били, вам дали минуса. Что-то не устраивает, идите нахрен, все. Это. За профа были минуса, говори, Ники, кто что сделал. Быстро, минуса. Блядь. Минуса были. Стрели вот заметили, сразу дали минуса. Найдем, кто получил от пельменей, дадим минуса. В чем твоя проблема? Если у тебя будет, тоже ты получишь минус. Я могу сказать, кто не ловил пельмени, а остальным всем ебашить минус. Ну не упали. Давай, ебаш! Короче, Валенор, прыгай в Эршаму дальше. Паша, ты тут? Нет, ты на убийстве Кусяо не ловил вроде, я смотрел. Короче, я допизделся, меня крашено нахуй. Реснуть меня и этого, и Сацуны. Валенор в Эршаму, стреляй, отходи. Короче, что хотел сказать, блядь, я рядом ставил задачу, исполняйте, похуй, блядь, на ваш ДПС, на все остальное. Не исполни свою задачу, минус ТП, блядь. Вайпнул рейд, минус 500, типа, все, я не знаю, что, какие нахуй другие правила. Вон Джанг пишет, минусовать за пельмени, что сейчас минусовать? Что ты переживаешь, минус о нем, будет у тебя урон от пельменей, тебе минус о нем, все. Джанг не ловил. Будет у меня и минус о нем. Ну, не ловил, минусуй всем тогда, твою.
Здесь все хилы пью сапрота, никакие из-под эфоски. Так, короче. Паша и этот, Женя, прыгай обратно в ретрика. Паша, рунмейт и уфолог танчат. Все стоим под жопой босса. Все стоим под жопой босса. Будет два коста. Тени. Их нужно будет выносить по стенке, только не в эту сторону, а с другой. И максимально быстро это делаете, выносите. Тени. И второй каст. Пакт. Пакт нужно будет снести. Также будут укусы. Укусы нужно будет передавать. По ДПСу будем это делать. Поставьте шкаф. А, пока укинь обмен за этим. За грудаком. На взлет. На взлетку, на первую взлетку отдаст массейв рунмейт. И God Help нажмешь мастер массакру. На вторую взлетку даст два гимна и мастер аур на тьму от God Help. На первую там любой паладин. Давай я соцвину. Мастер аур на тьму. Также кто может подхиливать, подхиливает. Также на взлетке мирики убегаете в стенку и освобождаете место для хилов РДДшников. Держите раньше 8 метров. Крест квадрат — это где мы передаем укусы. Там не должно быть людей. Вопрос. Мне на ДЦшнике СПД выпить или сапрот? Выпей СПД. Дай сейчас сапрот хелп, кинь обмен с уфологу сапрот выпей. А у меня сапроты кончились. Дайте этот. А вы... Фундук. Бой, я согласен, тоже надо за все минусы, за пельмени, за, блядь, за колбы, за все на. Ну минусы, минусанешь, все, сам разберешься здесь. У тебя есть войт. Нет времени, нет. Сейчас будем. Да, давайте квест сделаем, потом поминусуем. Только там надо хилить, как бы танков, блядь. Или агрить и поменьше, нахуй, чтобы минусовать. Потому что уфолог танк, я хил, блядь. Так, все, давай этот потом. Скажешь, мне Ники, я минусанул. Минусанул всем. Паша, ты бежишь вместе с Андреем. Вместе. Сука, минус дай Локу, который спереди там стоял. Нет, нет, ребят. Это все-таки курица. Это мне минус. Значит, мистеру Бонду. Дай диван, Женя, быстрее. Good help. По кому бой другой? Похер, по кому быстрее, главное. Я по Полинору дал. Все, упадите, с пактом разбегитесь, наоборот. А остальные все между пактом станете. Паша, рунмейт, снимай диван, ты все равно запулишь босса. Снимай диван, Паша, и убегай. Просто беги на выход. Умрешь, так умрешь. Полинор, как она будет возвращаться назад, тоже снимешь диван и убежишь. На определенное зеркало повешивается. Блять. Нормально. Эмобой бил комнату. Эмобой, давай. Снимай диван, долгостой мастерец. Быстро. Квест сделай. Просто интересно. Зачем ты вообще эту курицу достаешь? Блять, ну тыщу. Ну, я что откуда знал, что она, блять, агрит. Только. На профе она не агрила его. Профи не агрится от того, что тот ходит и... Так она стоит на месте, курица. Ну, на профе она курица? Стояла на месте. 5% косты, которые дают. Все, я теперь знаю, то, что она агрит боссов, я не буду вызывать ее. Весите в 5. Все, давайте быстро вес. Фул ребаф. Так это и тогда там на одну ломили такого? Да, да, это я, видимо. Паша, да, ты бежишь первый, короче, танчишь, Андрей вместе с тобой, вдвоем бежите. Все под жопу становитесь. Тени выносите. Все.
сейчас. Каски, каски, каски. F5? Все. Ой, блядь, что-то еще не будет, пиздец. Кушаю в дике. Тени, приготовьтесь через 8 секунд. Можешь ПС-ку вать закинуть. F5 выбеги. Хорошо. F5, подбегай быстрее, спокойно, хорошо. Тени через 10 секунд. Войд, выбежал. Маша, Инер, по себе залей. Пусяло по скибиди. Так, апокалипсис, встречаемся с тобой в кресту, FDK с мистером Бондом в квадрате. Тени приготовить. Хай, Петя. Зеленый. Апокал крест, FDK, мистер Бонд в квадрат. На человека, который тени, побежит войд, закинешь зубы. Определенно, я глыбу нажму. А пока вот ты где? Все, отбеги, отбеги, отбеги. Прохил, прохил. Вот хелпа прохильте, Войда. Отлично, сбежались все уже. Дальше включу, укушу ему боя. Тени приготовились. Тени вынесите, главное. Good help, Женя вынес. Женя. Отбегите немножко правее, чтобы тени не дамажили. Войд, если есть ПС-ка, можешь нажать. Или да, кушу. Андрей, как сможешь залить Инер, зальешь по Линору. Тени через 3 секунды приготовились. F5 побежал. Все, сейчас главное наберите рейндж, все свои сейвы отдайте после этих теней. Тени в акате, Женя. Вынеси только нормально. Все, убежали уже в центр, все, ДПС хватает, идите ищите место, где стоять. Только найдите место свое и встаньте хорошо. Ебать, меня все в угол затянуло. Кого укусить? Тихо. Любого укусишь, только смотрите, рейндж держите. Нажмите гимны. Укушу, блядь, укушу, куся. Похуй, тихо. Укусишь кого угодно. Марсезу, Маша, дай бы разбежали все. И главное, вынесите тень. Беру удалю. Ставьте тотемы на Йоми на ману. Укусы отдали. Геру дали, амобоя убейте. Сначала дай ему БР.
Дайте Геру еще одну по моему бою, ребахните его. Тени, главное, выносите сейчас и выбивайте босса. Апокалипсис выйдите. Если есть войд ПС-ка. После Гера. Да, да. Я бей лежал. Выпал осколок? Дал ПС-ку. Не-не. Нет. 30 000 на баночке бахну. О, ну-ка, линканите абсорб с хилом, блядь, интересно, что там, блядь, нормально, нет? Эрдру рулит? О, целенький на яме. Эрдру топ хил. Сань, поепешь, пожалуйста, печеньку на рогу. Сейчас. Я пойду слетаю быстро, поменяю штаны. Потом. Давайте там спекать. Эрдру топ сил, но ДЦ лучше. Вот так должно звучать. Спекайтесь там в доп танка, мы там с уфологом поминусуем, блять, и в хила еще спекайтесь, чтобы вы не вайпнулись там. Женя, прыгни пока в танка в акате. Поминусуйте за пельмень. То свою. Как будем по скрину будем у фолга? Это уже. Подождите, 5 секунд. Можете не говорить ничего? Можем. Пожалуйста. Все. Спасибо. И тишина. Пошлите. Пошлите этот... пока трэш бить. Женя, в акате прыгни в танка. Стреля, ты тут? Стреля. По охотницам играйте, массейф отдай и good help. Паша, следующая отдашь. Стреля тут. Хант, у тебя есть? Пет. Черепаха или краб, что-нибудь такое. Женя в акате, который нажми массейф тоже. Сейчас. К следующему рейду тебе нужно будет X7 сделать пета. Черепаха, либо медведь. Через него хилить. Медведь? Так, хорошо. Хорошо, а теперь раздепешим шмотки, которые были, чтобы люди могли, которые нужно отойти от людей, которые попросили. Сапоги на ханта. Меня не теряйте, не X7, 10 ЕП. Раз, 10, 2, 10, 3. Зачем с двух сторон агритигать и по охотницам? Метку поставил череп. Милики, отбегите от правой бабы. Good help, сейчас умрешь. Жень. Да, отойди. По второй охотнице играйте. Так, X7 10. Раз, два, три. Я сам поотнимаю ЕП, кто шмотки с ЕП. А вы там занимайтесь. Так, дальше. Кольчужная грудь. Хиловская. Да, сейчас у меня. В акате 10 оф раз, 10, 2, 10, 3. Кинешь обмен Женя потом. Мобой, ты пельмешки ловил? Дальше. Он скинул всех, кто ловил.
Да там не фул скидывается. Умовой здесь слаг, то, что он не укусил никого. Да, ему можете за это отнять. А... Не, он не так. А вот за счет колбы я вообще не согласен. Тогда минусуйте еще 4 ДД. Сацуны, FDK, Барментайль и Мейсон. Это предыдущий трек, где они целенамеренно взорвались. Минусанул сейчас всем. Блядь, реально специально подошел, взорвался. Потому что я вообще не согласен с этим. Марсец, пельмешки не ловил? Не-а. Да, нет. Ага. Полинор я помню ловил, я по памяти. Петя, ты за трайка там тебя убили? Нет, меня не убило вообще. Нет, помимо, когда добивали босса уже, когда там 0% у него это считается, когда просто добиваешь его. Мне колба залетела до третьей фазы. Обама, когда пил лужу в колбах, я стоял на 15 метрах от колба, до меня дотянулся. Все, но я не умер. Саня, а что, шмот дейпэшили все? Подожди, я еще ничего не дейпэшил. Я с дейпэшем. Потому что могут быть шмотки Андрею и Войду нужны. Я с Кибиди не помню, ловил пельмени, нет? У кого есть инфа? Нет? Ну, вроде всех прошел по списку, кто в рейде. Все. С Кибиди. Не ловил. Все, всем дал за пельмени и за колбы добавил там миликом. Потому что аддон только одного написал, а там ловили больше. И танку тоже, танк тоже ловил. Чё мы не ловили? У тебя он врет. Так, мне снимали минус 500. Не, ну я... Это весок был, Саш. Когда босса добивали, у него 0%, он тебе... пельмени вот эти последние. Я просто даже не двигался специально, чтобы больше ударить. Так, Стрел, давай, заходи в рейд, подменишь меня. Не тебя года. Подменит, не тебя подменит он, а подменит Барменталя, он, возможно, уходит. Кусяу, я тебя не отнимал, ты там не ловил. Когда он придет, тогда ты все. Ты остаешься же, да? Полинор, спрыгнешь в... Скажу, вот. Вари. Ну ты скажи, а потом я скажу. Да, хотел сказать, что, типа, короче, на Next RT, типа, найду аддоны, которые прям четко будут показывать, ну, типа, потому что передетейлось, но хуёво там видно, блядь, и невозможно линкануть, типа. Да просто после каждого трая будем минусовать, и все. А то мы зря так сделали, ушли, блядь. Ну, я удалил еще, блядь. В рекаунте там все видно, нахуй. Смотришь полученный урон, блядь, и все. Вы помните, есть какой-то аддон, где там, типа, кто первый нанес удар по боссу, или это поля, какой-то был такой аддон. Ну, в детали это есть. Короче, все, я думаю, договорили. Барменталь, сейчас добьем этого моба, до этих мобов, ливнешь с рейда, придешь и плюсанешь. Ходи, Слава, ты минусанул эмбою за... То, за лану, что, за лану. Плюс проебал, да, да, да. Я тоже минусанул. Или добавить. Че, мне добавить? Я добавлю, добавлю. Ага. Что? Плечики. Не пешьте, Андрей, надо плечики. Не надо, не надо. Состой, кому-то нет. Другому нужны плечи. 10 ИП. Раз, два, три. Окей, никому не надо, на раскупку. Дальше токены. Рога, рыцарь смерти, маг друид. Но, мистер Бонд, 10 раз, 2, кинешь обмен. Я сам отнял. Так, покупатель, ты тут? Я вам. Ресните, пожалуйста. Идите ресните, в дике босса не запульте.
Напиши ему, Маша, чтобы он здесь зашел. Он так. Высоко заходит. Он за вот этими штанами крит МП5 у тебя, да? Одну минутку. Выкатить тебе, Женя, на мейн. Оф, уже 10 оф. Good help тебе, мейн. На мейн. На хапало? Да. Дай обмен. Раз, два, дай обмен. Женя, выкати, кинь еще обмен за грудью. Все паладины прыгайте в хилов. Кого есть. Будете стоять хилить. Шкаф поставьте. Кто летает? Ты летаешь. Так, кто офница для Байера место уступит? Давай, пойду покурю. Давай, давай. Все уже выбрали человек. Смоньте основы ПВЕ и полетим. 10 секунд. Угу. Сань, так а что не катит вот эта отмазка, когда 0% у босса я просто добивал уже его, чтобы не двигаться. И упал пельмень. Смотри, смотри, подожди, как это сейчас доказать, Илья? Вот как сейчас? Ну, не, никак, я просто спрашиваю. Ну, видео есть, ну, потом, типа, если тебе надо. Если посмотришь видео, скажешь точное время, посмотрит, тебе вернут, типа, так ты как бы не будешь считаться. Просто как ты сейчас это доказать никак не сможешь. Слушай, Войт, а ты куда видео выкидываешь? На YouTube. Ты просмотри пусть главные, камень. Короче, все 5 траев нахуй, а не один. Ладно, пусть эти камни по ссылке. А точно можешь найти даже другого трава. Илья, кинь обмен быстрее, чтоб я тебе дал распылить шмот. Ну и через что хилим? Через босса. Или через лока. Давай лока какого-нибудь. Джан, включи армор. То есть я не летаю, да? Нет, ты просто стоишь, хилишь. Тут что, словность на полу? Теперь я готов дамажить. У меня 4-4 есть. Хорошо. Супер, очень рад. А я первый собрал. У меня тоже 4-4. Все равно сейчас будем саппорты пить F5, так что можешь здесь ничего не пить. Ты сам набрал, а тебе отдали? Все, давайте потом, блядь, пожалуйста. Ого, пугается. Сварка или что? Фолок слева танчит, рунмейт справа. По двигателям играйте. Вышли. Залечите мои раны. Свечка вышла справа. Свечно ведь подошли, подбили. Там еще момент смешной, босс уже лежит, пельмень этот летит и прям в X7 на. Ну, если хочешь, потом поможешь. X7 там до этого сроков. Так, вы все сроков много. В инсте, да? FDK, дело грязь. Да, я еще. Ну, сделай, уже босса красиво. Ну, да как, надо зайти. Мне сейчас выкинется, не так хорошо. Свечка справа вышла. Саня, попроще поездку, когда надо было.
Вон какой-то прошлый или позапрошлый рейд, в такой тишине шли, было так огонь. Все тихо, сидели сегодня что-то. Жила бы. Ну, только мало есть. Сейчас следующего профа будет проще убить, короче, будем сбегаться. Что первых мы трех профов вообще без проблем так убивали, то есть он по таймингам все закидывал. И нормально было. Потом Синдра начала что-то выебываться, то на второй, то на третий. И с профом какие-то херни начались. Сашка, тебе ПС-ку нужна? А пока вот ты здесь? Уже. Да тут есть, да, да, пока тут еще. А шо, ты хочешь меня? Не, чтоб, чтоб лут забрал, я тебе дал, все сколок выпить. Свечка вышла. Давай ПС. Закинь ПС по стациону в эту раз. Кстати, на Синдре будем пить, в первую ПС-ку вообще в кого угодно можешь закинуть, пофиг кого. Я потом тебе скажу, когда уже. Ну, сам решишь там, в кого. Ну там кто первый будет, может, мобою какому-нибудь. Ну мне можешь, короче, не закидывать, да, потому что бесполезно. Первая пляска. Я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Выпал осколок? Штаны упали. Не. О, штаны упали, это гуд. Плащ хороший. Так, ребят, ну а чего вы говорите, что этот плащ лучше, лучше с того, что с Толгорода? Я вот не могу понять. Крита больше, хосты больше. Так он по статам... А, СПД меньше? Ну, смотри, есть некоторые классы, которым СПД не на первом месте. Вот им будет лучше этот плащ. Я тебе, надеюсь, ответил. Ну, просто если здесь красный камень был, то ладно, а так он желтый. Смотри, красный камень некоторым классам, говорю, нужен именно желтый камень. Ну, то есть он хорошо тоже заходит. Плюс основная стата не СПД. Блин, так, короче, Байер, покупай штаны, штаны. Так это не те выпали. Те. Все, он уже купил их. А дорого? 30 тысяч. То 30 тысяч то бы я забрал. Ну, в следующий штаны мы тебе продадим. Да, я запомнил. А, блядь, я учера отдал. Багруху пока не продам. Надо немножко ГБ пополнить. Да, Багруху выпал. Продай Багруху за футу по цене. Может он и Багруху заберет за 100 тысяч? Продать, кстати, могу, да. Не, это именно хилам, только хилам будет Багруха. Покупай Гадхелп 200 тысяч, блядь. Все, побежали. А, подождите, Петю засумайте, Петю. Притела тут нету, Сацуна, Морбонда еще. Я на пару минут отойду, меня на трэш не будет. Отойдем. Что ты, Санечка, говорил? Меня сумануть надо, я же умирал. Стыкните. Сейчас будет суман. Вс,
Все, есть Симон. Петя остался. Петя. Да, сейчас, минута. Что дальше? Там? Уже тут. Руки не пашем. Десятка тоже. Так, я что-то пропустил, да? Уже все разролили. Багруху? Не, только две шмот. Багруху сейчас разролили, я выиграл. Все. Пошли. Раз, два. Перчатки никому не нужны, окей. Дальше плащик. Не пэши. Марсес сотка. 100 тысяч? Стреля один. 1к. Марсес полторы. Кто ливнул? Джанг. Он что, все? Да, он написал, что он... Да, он написал. Блять. Он даже не ударил. Я вообще не знаю, зачем Джанг берет его трейд, когда он все время ливает, бля, перед этой... Синдрой. Ваня, не знаю, блин, стоит ли тебе заходить в Барнетарь, сейчас не знаю, смотрю, потому что ты же КД примешь, что ли? Всем привет. Привет. Но я на второй рейд и не войне перейду в воскресенье. Да, он в воскресенье не будет. А-а-а. Ну тогда заходи, дай фул ИП получишь. Заходи. Меня не будет. Ресаем. Пока вот этот перерыв между мобами, ресаем не стоим. Сразу бафы. Так. Что я хотел сделать? Да что, он перезапустился, что ли, я не могу понять, ивент? Нет. А может ляться? Мужики. Не резать есть. Второй раз, просто из-за того, что Джанг ушел, наверное. Может быть. Ну так, короче, перебили там. Спина 3000 скибиди, раз, 3002, 3003, все, Женя кинешь меня. Вот что я хотел сделать. Минус 3000 Жене дать. И Ване надо начислить это. Мы сколько боссов? 10 убили. Тут 12 боссов, да? Значит, 2000 Ване надо дать. Жень, кинь обмен, пожалуйста. Он поставлен на всех играть. А я что паролю? Ты шею пароль, это не шею, а плащ. Я не кидал на плащ никакого ролла, никаких 3000. Ты 3 написал. Я не так писал, я это самое, извиняюсь, я в этот. Ладно, понял, Марсес полторы. Выбирайте, кому нужен плащ, у меня плащ нормальный. Хорошо, хорошо, тихо. Отбегите, милики, массейф отдайте. Так у тебя вроде без скорости же. Ну, у меня крита, да хуя, мне не надо. И опять включает вот этого, блядь, бабу, что не слышу, не знаю, не понимаю. Короче, Марсес полторы тогда. Я не ною, ты ноешь. Ща, нет, ты ноешь. О, полторы раз, полторы два, спокойно. Три. Значит, я сейчас же не верну. Марсезу не спотерну. Подальше стойте от этой хуйни, от крутилки, блять. Или что? Вы сегодня какие-то душные, блин, сами. Душите друг друга. Ай, блин. Хули за слаки по 3000 отнимают. Точнее прибавляют, нихуя. Ну да, справедливо. Лесайте. Сейчас гнев небес в центре. Я не буду, наверное, вставать на всякий случай.
Послушай, да, можно на замену. В конце плюсанешь, когда мы добьемся, а мы чисто тебе 1200 икра. А он подошел к правила прочитай. Послушай, он а когда. Это тоже хороший вопрос. Вот. Хороший вопрос. Еще он не сначала РТ был. Ну, все равно мы же решили, на мейнов будут люди, которые приходят в воскресенье. Лутают фул ИП. А, мы он еще не пришел. Воскресенье, да, он один. Не фул ИП, а за каждого босса по 200 на. Ну да, да, да. Согласен. Так 9 боссов получается. Что-то сейчас. Почему 10-то вы насчитали? Иди, Паша, собирай мобов. F5 у тебя на пул вуфолога, роги тоже на пул вуфолога. И трапу поставишь, хан. Зубы Паша, еще покрути еще. Зубы готовы, давай. Нормально. Красавчик. Лол, ебать, понятно. Примораживайте. Я приморозил, МРСС продли. Что-то, блядь. Это минус. Это минус. Откидывайте тайфунов. Сука, не сдыхайте все только. Нет, господи. Бля. Ну ебана, ну что? Паша, ты что здесь первый раз не видел, как Юй крутит? Так, блядь. Зубы не долетели до него просто, ебать. Да его вообще бить не должно было. Бить не должно было. На уфологе надо было зубы. Короче, ебать. Да умрите вы уже. Тут Марсес Катя. Да умрите, ну. А чё вы портанетесь к нам и бегите сюда, и бейте, блядь. Чё хули вы лежите? Идите бить, да. Здесь Войт прав. Тут портал. Давайте. Сразу. Он открыт? Сейчас будет. По-моему, да. Все открыто, конечно. Знаешь, просто не помню. Самолете меня. Да, давай, сейчас. Ебать, заебали драконы ебаны. Сразу потом шкаф поставьте, засмоним 4 кнопки. Полинор в Акате, вставайте, что стоим. Бежим. Побежали, взяли сами. Ваня, я же говорю, потом ты высанешь куда всех боссов. Бьем. Скажешь, с какого босса. Если ты будешь в воскресенье, то можешь даже не тусовать. Тебе начислят в воскресенье все это. Ой, еще раз. Не тебе. Сумон, я отменил просто. Да тут бой сейчас. Два моба убьют.